Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Все у нас получится». Как вы думаете, кого мы сейчас увидим? Вы не поверите, но это наши малыши. Которым исполнилось 30 дней. Уже абсолютно взрослые, сформировавшиеся птички. Ну такие же любопытные. Кто там клюет? Кто там клюет? Кому там так интересно? Такие же любопытные. Не хотят на ручки. Вот какие. Уже в руку не взять. Такие большие птички. Кто бы мог подумать, что за 30 дней могут вырасти такие большие птицы. Насколько быстро растут перепела. Уже давно убрали электричество, подогрев. Есть только лампа, которая включается на несколько часов вечером. Целый день они находятся при освещении из комнаты, но вот так вот у нас брудер прикрыт решеточкой, чтобы они не вылетели. Даем досветку по часам. Поилочку подвесила высоко, иначе они туда затаптывают еду, затаптывают свой помет. Как они ухитряются это сделать, не знаю. Но поилочка довольно высоко находится. Кормушечка все та же брудерная. Они кушают тот же детский стартовый комбикорм, но я его уже не молю, он уже целиком. И потихоньку добавляю молотый, но настоящий взрослый комбикорм для несушек. По чуть-чуть, но уже добавляю в рацион, чтобы привыкали. Начинаю подкармливать зеленью. Режу мелко лучок зеленый, очень любит зеленый лучок, очень любят одуванчики. Очень любят листья белой свеклы. Такие вкусняшки им иногда добавляю. По-прежнему очень любят купаться в песочке. Сейчас я песочницу убрала, потому что они большие, мало места, но время от времени я им ставлю песочницу. И они там очень-очень хорошо купаются, клюют песочек. И в песочек я начинаю добавлять обжаренные, ну не обжаренные, а я в духовку закладываю яичную шкарлупу. После этого перемалываю ее на кофемолке. И вот тоже добавляю в песочек, они это клюют. Потому что 30 дней, они уже довольно большие. Скоро начнутся нестись.
Надо подготовиться. Такие орлы у нас. Со дня на день переедут в большую клетку. Большая клетка уже строится. Сегодня поедем покупать решетку. Оказывается, в Ирландии очень большой дефицит решетка. Обыкновенную решетку очень тяжело купить. То, что продается, очень тонкое. Хотела оцинковку найти. Все или очень нереально дорого, или просто нет. Новой клеточки у них будет пол из более крупной решетки. Вот, переедут, мы снимем новое видео и покажем нашим зрителям, в каких условиях они будут жить дальше. Как им было просторно, когда они были маленькие, и как уже тесновато, когда уже выросли большие, да? Здесь их 11. Как я говорила, из 40 покупных яиц у нас получилось 11 перепелочек. Листья свеклы и салат я не рву на части. Вот так вот целиком кидаю. Через каких-нибудь полчаса останется только палочка. Вытащу палочку, выброшу. Очень хорошо сами самостоятельно все разрывают. Им есть чем заняться. На этом я заканчиваю сегодняшний репортаж. Следующий репортаж будем вести уже из новой клетки для перепелочек. До свидания, уважаемые зрители канала «Все у нас получится». С вами была Жанна и Перепелята.